смерти смерть поправ, Иисущим во гробе живот. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче Христа, Дева Мария, силою честного же творящего Христа, предстательству честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи крестителя Иоанна, святославных и всех... Смерть и смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал, Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. За кормой бежит, блестит волна родной, покинув дом мы в дальний рысь идем, чужое море плещет за бортом. Далеко, далеко остались друзья, родной покинув дом мы в дальний рейс идем, чужое море плещет за бортом. Но давным-давно была война, давным-давно прошла она. Для тех, кто жив, она была когда-то. Но помним мы, как в пламя шли, и как страну для нас спасли солдаты, солдаты, солдаты. Годы, сколько б ни шли, вечно помнить родной стране. Что сделаем? Матушка, вам от похода от нашего такая кружка, будете пить чай и буду вспоминать про нас, про воинов. А молюсь всегда за всех воинов, за всю власть, за всех. За православных только, не православные нам не надо. Так нет. Русь святая и армия наша святая. А все другое нам зачем? А мы тоже воины, только Христом. Что у вас плащ-палатка, что у нас мантия, все равно так. Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть поправ, Иисущий во гробе живот оравал. Отче наш, и жизни на небесе, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поэтому мое правильное мнение, немцы нападали на Советский Союз, но войска немецкого империализма. Они должны завоевать для них рынок, ничего не другое. И я думаю, что 65 лет прошли, и надеюсь, что мы чуть-чуть лучше понимаем. И можно нормально говорить о это трудное для вас и для нас время. Пожалуйста, поднимайте на дружку, чтобы мы всегда понимали друг друга. Пожалуйста. Спасибо.
походах наших. У него 42 килограмма взрывчатки. Да будут люди песни распевать и в кругу с друзьями говорить. Вспомнил я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой. А когда не будет фашистов и в помине, и к своим любимым мы придем опять, вспомним, как на запад шли по Украине, эти дни когда-нибудь будем вспоминать. Об огнях пожарища, о друзьях, товарищах. Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой. Не сыскать вовек, почему ж смущенно улыбается человеку человек. С началом движения. Первая лужа, первые какие-то впечатления. Давайте приготовимся к самому знакомому. Вот сейчас будет буквально через несколько километров. Будет что-то? Сейчас будет хорошо. Точно? Да. Сейчас будет хорошо. Кто у нас будет? Вы надежного. Вы хорошо. Начало будет. Найдем. Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Эх, путь, дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь, дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. Малость невдомек, мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезженных дорог. Эх, путь, дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Эх, путь, дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. С тобой в объезд и напрямик прошел дорог немало я, мой безотказный грузовик, полуторка бывалая. Пусть впереди у нас еще опасности и горести, грузовичок, фронтовичок, гони на третьей скорости.
Ты шел сквозь снег и сквозь туман лесами да полянами. Ты весь покрыт, как ветеран, осколочными ранами. Пусть впереди у нас еще опасности и горести. Грузовичок, фронтовичок, гони на третьей скорости. Хоть дел у нас не в проворот, тебе признаюсь честно я, уже давно с тобой нас ждет девчонка интересная. Пусть впереди у нас еще опасности и горести. Грузовичок, фронтовичок, гони на третьей скорости. Любовь моя мила на вид и ради уважения в кабине у... Как ни странно, в дни войны есть минуты тишины, когда бой умолкает устало, и разрывы почти не слышны. И стоим мы в дни войны тишиной оглушены. Так бывает в дни войны, нам на фронте снятся сны. Снятся нам довоенные села, тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят. Его любил наш батальон, среди солдат он стал. С кинокамерой ушел, от нас нигде не отставая. Я хочу сказать за то, что за этим прекрасным столом такие люди. Военные. Пятый год мы ездим по этой теме. Для меня праздник 9 мая самый главный праздник в году. Лучший Нового года, лучший дня рождения там и всего на свете. Приятно, что за этим столом вот все люди, которых мы видим каждый год. А тем более приятно, что какие-то люди к нам еще вот приходят. Приходят и вот с добрым словом, с открытым сердцем. Бочка, я про вас говорю. Слава Богу, что вы с нами в этом походе. Мы все очень рады. Тем более, что у вас день рождения.
вы нас согреваете. Когда, сегодня, что ли? Приятным словом. Лучше раньше, чем никогда. Такой подарок, который не страшно, что раньше получили, потому что... Вовремя, да. Майкл, у тебя козыр... Мы чувствуем все равно единство свое, да? Единство. И продвигаемся потихонечку вперед. Поэтому дай Бог нам крепости дальше продвигаться вперед и достичь цели, цели и возвратиться с Божьей помощью обратно. Николай, мгновение. Не всем дано летать, удачу свою догонять, ведь счастье для всякого не одинаково, надо понимать. Ведь счастье для всякого не одинаково, надо понимать. Весны своей огни навеки душе сохрани, пускай не светится, если вдруг встретятся облачные дни. Построились. Так, лейтенант, давай. Печку давай. Левее приняли. Пистолет он не забыл там. Влево, влево приняли. Давай, давай. Так, левее, левее, левее. Адмирал, давай команду. Отец Петр. Команда для дальнейшего прохождения. Спецучастка построена. Хорошо. Происшествие есть. Ну, не знаю. Жаль. Надеемся, что в дальнейшем оправдаем доверие. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ Коля! Христос воскресе! Воистину воскресе! Вольно, разойдись! Когда тверда рука и вера в победу крепка, туманы, как водится, быстро расходятся, тают облака. Туманы, как водится, быстро расходятся, тают облака. Так пусть душа поет и просится сердце в полет, в дорогу далекую небо высокое к звездам назовет. В дорогу далекую небо высокое. Смертью смерть попрал, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых. Это многое лето, многое. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей. Вьется пыль под сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, да пули свистят. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной буря. Выстрел грянет, ворон кружит, твой дружок в бурьяне не живет.
дорога дальше мчится, пылится, клубится. Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты мне улица родная, и в непогоду дорога. На этой улице подростком гонял по крышам голубей, и здесь, на этом перекрестке, с любовью встретился своей. Теперь и сам не рад, что встретил моя душа. Адмирал! Вот ты, адмирал! Здорово! Здорово, Леван! Здорово! А я думал, вы там! В лесу живут, там у них хутор есть. Вот здесь вот на вытяге. Ну, нам сказали, 15-го. Кроликов своих. Потом, ребята, стадо дежурство. Передали мне. Я дежурство. Моя дежурство. Там, Владимир. Дайди. Московскою гитарою и девчушка в мамином платке бродят дружной парою, неразлучной парою от столичных улиц вдалеке. Их любовью первой озаренные ожили пустынные края. Это вам романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Все руками собственными создано, пройдены нелегкие пути под степными звездами, обжитыми звездами, хорошо любимую найти. Дружба в испытаниях рожденная никогда не рушится, друзья. Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Новоселам, ставшим старожилами, хорошо мечтается вдвоем. Юность беспокойная, юность быстрокрылая, шепчется о будущем своем. Бродит пара полночью бессонною вдоль степного тихого ручья. Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Thank you.
Так, значит, надо взять туда деревья вот эти. Хвастать, милая, не стану, знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю. Обо мне все люди скажут, сердцем чистый, не спесив. Или я в масштабах ваших недостаточно красив. Но про новые рубахи и костюм, что в праздник шил, мне районный парикмахер комплименты говорил. Ничего не жаль для милых,
мила, и для друга ничего. Для чем ваш ходить вам мимо, мимо взгляда моего? Задержитесь на минуту, посмотрите мне в глаза. Я ведь вам еще как будто про любовь не рассказал. Для такого объяснения я стучался к вам в окно, пригласить на воскресенье в 9:45 кино. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищем молимся покаяние души усопших рабов Божьих, вождей и воинов православных, где любится, спаси нас. Честнейшую хирургию и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богу Слово Рожшую, сущую Богородицу тебя величай. Дай не бой, налей, дружок, по чарочке, по нашей правдовой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей правдовой. Не тратя время. Отойдите оттуда! Пошел! Давай! Хорош! Все, все, все! Он съехал! Хорош! Thank you.
Христос воскресе из мертвых. Такой насыщенный, на самом деле, вот как после приятной работы, все подустали, кто-то уже свалился там. Приятная усталость. Да, да, на самом деле, кто-то вот искупались. Такой какой-то плодотворный день. Давайте выпьем, чтобы вот в жизни было такое удовольствие, к вечеру, чтобы ты что-то сделал полезное, вот просто физически потрудился. Ну, благодать. Давайте за эту благодать, которая присутствует. Я думаю, давайте. У многих с удовольствием. Да. Вот. Днём победы! Ура! Ура! Теплый ветер дует, разве зло дороги? Тает снег простой, и на южном фронте так вот тебе опять. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях. Отсутствие, никаких происшествий не произошло. Да. Отдельные санитарки, вот, они выслужились и приготовили нам чистую посуду. А старший по кухне сегодня Сергей обещал сделать мясо. За усердие объявляю вам благодарность. Служу Советскому Союзу. Больно. Я хочу, в общем-то, отметить, что на самом деле очень-очень вообще мужики организовали такой трофи-рейд. Отец Петр. Воскресе! Да, поэтому как бы вот мы второй год участвуем, и каждый год он как новый для нас. Батюшка, держи. Получается. Поэтому сегодня великий праздник, День Победы нашей Родины, нашей страны, где мы живем, где мы, как мы ее любим, мы это знаем каждый внутри себя. Поэтому не важно, кто руководит, то это наша Родина. И как соседи не выбирают родителей. Поэтому давайте за нашу Родину, за День Победы. Сказать, что мы праздник этот начинаем очень с хорошего, доброго, аппетитного завтрака. Это подчеркивает праздничное настроение всех, которые все это видят, ну, естественно, меня, который все это сделал. О друзьях, товарищах, где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту, родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ по одной, давай закурим, товарищ мой. Опять Одесса встретит, как хозяин звезды черпают. Упаковка. Очень важное мероприятие. Чтобы ничего не тряслось, ничего не бренчало. Как настроение? Терпимо. Собираться всегда тяжелее, чем располагать лагерь, поэтому. А собираться далеко? А собираться недалеко. Леха сказал, сегодня у нас асфальт. Сегодня у нас шоссейная гонка. Ну, не буду мешать. Спасибо. Будут нам сиять славную каховку город Николаев. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах. Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Помню я пехоту и родную. О, погреть я не хочу помнить и времен было.
давно позабыть. Воистину воскресе. С днем рождения, батюшка. Батюшка, сейчас будем вас поздравлять. От всего сердца, батюшка. Отец Глеб, всего одна вещь, трапеза. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам, чтобы у вас все было в жизни очень и очень хорошо. Теплые отношения сохранились между нами. И тот свет, который ты проливаешь и на нас грешных, он есть благодатный Божий свет. Дай Бог тебе здоровья, отец Глеб. Крепись в своих трудах, молись за нас. На многое благое лето тебе, крепкого здоровья. И отцу Глебу. Многое лето, многое лето. Многое лето. Помни, стабильно, страстные речи, гляди так жадно. Когда в кругу друзей мы вспоминаем о годах нашей жизни боевой, один из первых тостов поднимаем мы за здоровье почты полевой. Пусть хлещет дождь, окопы заливая, на всей земле сухого места нет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Кто был на фронте, на переднем крае, тот оправдает и поймет бойца, который смерти пули презирая, готов плясать при виде песнеца. Морозом и жарою опаленный, 4 года шел войной боец, а следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец.
только лебедочку включай. Победили? Да. Гребай ближе. По возможности. Да, да, да. Попробовать трос заправить. Да я его заправить его сюда уже невозможно. Не-не-не. Все, блядь. Петля вот эта не нужна первая, ее надо размотать. Почему? На нас все равно самозатягивающий. Он будет работать, он если вот, морской. Вот так. Сейчас американцы второй склон ходят. Правильно будет. Уходите все. Башку уходи. Хорошо идет. Край родной ей часто снился, думала о нем. Далеко от дома зиму пережить пришлось, а теперь назад в Россию лето началось. Только там легко живется, вольно только там. Только там с любовью бьется дом своим птенцам. На чужбине нет свободы, нет тепла полей. Пусть в России непогода, нет ее милей. Где бы ей ни находиться, сердце рвется, тянет к дому.
и лететь не утомиться морем к берегу родному. Боль разлуки сердце тянет, только крылья подустали. Долети, прибейся к стае, здесь тебя так долго ждали. Лес любимый солнцем встретил, заискрился блёс. Сколько песен перепета. Молодые побеги Иван-чая. Молодые побеги Иван-чая. Царской России до революции. Россия занимала первое место по экспорту вот этого растения за границу в виде чая. Вот стебелечек, как молодой, можно кушать, сладкий. А листочки, вот эти вот листочки, оббираются специально. Вот, и потом особым способом высушиваются, перемалываются, высушиваются, и получается действительно чай полезный. Желудочно-кишечный тракт, сердце, сосуды, давление, все вот именно русский, как назывался, иван-чай в народе, а называется кипрей. Действительно, первоцвет. От простудных заболеваний большое количество от витамина С и вообще полезных микроэлементов. Первоцвет, вот желтенький. Все растет, все Господь дает для нашего подкрепления и телесного, и все это, да. Просто надо знать, конечно, изучать это все, интересоваться. Ее, кстати, нет. Мы не доехали еще до Алой. Далеп мы стоим-то вот тут вот. О, пруд. Тут наверняка есть карась. А тут есть все. Там дорога есть! Мост провалится! Провалится мост! Конечно, просто там никто не ездит! И не выйдем мы! Нет, конечно! Говорят, не проедут, нет дороги! Скорость у тебя вот там! Вон они были! Ну что, 100 лет не делали его? Thank you.
Где-нибудь, когда-нибудь мы будем гореть. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Дай Бог во всем крепкого здоровья на многое и благая лето. Аминь. Выпиваем. Хочу выпить за тех людей, которые на самом деле эту войну делают. Потому что вот сейчас мы будем пить напиток, который сделал человек, собственно, который эту всю войну прошел. Это моя бабуля,
Тигуненко Валентина Францевна, 21-го года рождения. Красавица бабуля. На третий день войны она в теплушке уже ехала на фронт. На фронт, да. И прошла всю войну, и Курскую дугу, и Москву, и Одессу, вообще все. И, собственно говоря, финишировала, вот потом еще служила после войны в регулярных частях в Румынии, служила в регулярных частях в Чехии, вот в Западной Европе. Финишировала старшим лейтенантом медицинской службы 19-й танковой Перекопской гвардейской танковой бригады, собственно говоря. Два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны, гвардейский знак, медаль за боевые заслуги, за освобождение Крыма, за Курскую дугу, за битву под Москвой. Ну и еще там порядка 40 медалей разного там порядка и достоинства. Ну давайте за них. Вот человек сам делает своими руками. Спаси Господи. Фронтовая настойка. И вот, конечно, да, прощаемся, но до завтра, до вечера, даст Бог, да, да. Вот, чтоб успешно пройти оставшийся путь, поклониться могилочкам усопших отцов и братьев, воинов. Вот, и всех, всем спасибо Господи, дай Бог здоровья всем. Я хочу сказать за то, что да. Все тихо. Шли сегодня так бодро очень. Все помогали друг другу, все как-то в едином порыве были. Первый день как-то все собирались, еще было непонятно, кто куда. А сегодня все подскочили и такие бодрые. Давайте вот за всех, кто пошел в поход. Все люди потрясающие, такие адекватные, потрясающие, помогающие друг другу. Очень хорошие люди, добрые, хорошие. Дай Бог всем здоровья. Спасибо, Господи. Спасибо. Будьте добрыми. Святости всегда, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто
и печаль. Мы замолкаем, глядя в небеса. Взяли город Брянск, город весь прошли, и последние улицы названий прочли. Он название такое право слово боевое, Минская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, Минская улица на запад нас ведет. Отдыхающие уже. Христос воскресе! Воистину воскресе! Но я любуюсь родиной и не скрываю слез. Вернулся я на родину.